Венгрия может выслать украинского консула, если Киев решится на высылку венгерского из Берегова. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта перед вылетом в Нью-Йорк. Там Сиярта должен встретиться с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Больше деталей знает Елена Абрамович. Этого можно избежать, но если Украина все-таки вышлет венгерского консула из Берегова, то Будапешт ответит симметрично, заявил Петер Сиярта. Угрозы из Киева о высылке прозвучали после событий в Закарпатье. В среду в городе Берегово на территории консульства Венгрии украинцам раздали венгерские паспорта и призвали скрывать второе гражданство от властей. Сиярта действия консульства оправдал. Дескать, ничего особенного не произошло. А вот факт видеосъемки назвал нарушением международной дипломатии. Якобы украинские спецслужбы слишком далеко зашли. Провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которое является членом НАТО. Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такую институцию. И приближаться к ЕС и НАТО Украине будет все труднее, заверил Сиярта, потому что Венгрия, по его словам, и в дальнейшем будет блокировать Киев на Западе. Напомню, отношения между государствами обострились в прошлом году после принятия Верховной Рады закона об образовании, который требует от нас, меньшинств, переходить на обучение на украинском языке. С тех пор Будапешт постоянно блокирует заседания Украина-НАТО и не поддается на уговоры и аргументы от других стран-членов альянса. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.